Я все еще на корабле, Меган? Как странно. Где я? Что-то приближается. Следит за мной. Эмили Колдуин. Я знал твоего отца в старые времена. Думал, что мы встретимся. Я смотрел, как твою мать убили ради вашей крошечной империи. И тебя спас убийца в странной маске. Я думал, на этом веселью конец. Но Далила и герцог перемешали все карты. Сколько еще своих подданных ты готова убить? Чем ты готова стать? 15 лет назад я спросил тоже у Корба. Этот миг изменил его. Твой черед, Эмили. Жжет изнутри. Я чувствую, будто я на краю чего-то. Все эти сказки не лгут. Невероятно. Так я спасу отца и верну себе трон. Корва рассказывал, что он бывал тут. Я знаю тебя. Ты помнишь? Это было так давно. Тебе выпало столько бед. Но даже став собственной тенью, я рада тебе. Мама, ты здесь, но тебя нет. В моей руке, но не здесь. Я всего лишь частица сама себя, и мне осталось недолго. Как бы я хотела преодолеть эту ужасную бездну и заключить себя в свои объятия. Но дам лишь это. Мой дар и проклятие. Призови меня, и я направлю тебя, если смогу. Кто такая Далила? Как она могла?
Не понимаю. Писала величайшие портреты своего времени. Ее амбиции, талант, острый ум привлекли к ней людей и привели к тому, что случилось в башне. Далила не торопится. Она заняла престол, но раскрою тебе тайну. Этим она не ограничится.